пятно? Алло. А пятно на месте. Ну что ж, тогда... Нету! А мне здесь нравится. Тут очень мило. Ура! Это отличное местечко для охоты на неуловимого чуба. Это клёвый вигвам. Тихо, это наш новый дом. Понятно вам? Это вам. Да! Дорогой, наша домоправительница упала в обморок. Вычти у нее жалование, как за битье посуды, и ей больше не захочется. Нет-нет, это лучше не повторится. Осмелюсь заметить, меня зовут Джим, мэм. Прошу к столу. Oh!
перед смертью одного из членов семьи и может предстать в виде кровавого Руэна, младенца удавленника или в образе сухощавого Гиона из голового графа, ну или в образе из голового Мартина. Однако кровавое пятно после влажной уборки неизменно предстанет на том же самом месте завтра утром. Я не желаю, чтобы в моей гостиной были какие-то кровавые пятна. Пусть его немедленно смоют. Мисс, как старый демократ, я не имею права запретить вам верить во всякие привидения. Но я имею полное право в них не верить. И я требую, чтобы... Чтобы вы не морочили нам голову этим кровавым пятном. Никаких призраков, привидений не существует. Осмелюсь заметить, мэм, что непревзойденный пятновыводитель Джима Пинкертона уничтожит это пятно в одну минуту. Спорим на 5 центов, что пятно не исчезнет. Спорим. Да. Я ничего не буду. Получилось! Ну что, съел? Джим Пинкертон не показывает. Но этого не может быть! Привидение! Привидение? Гуровы не верят в привидение! Поняли вы меня? Никчемное место, Огайо и Дубки, Канзас. Я вырос в Техасе, да будет известно, я вам расскажу про Техас. Скрипящие седла, горячие кони, холодный прищур зорких глаз. Азарт из пощадной, пьящий погони, такой настоящий Техас. Тебе только 10, исполнится скоро, Чикаги мой проби и фас. Меня настоящий мужчина бесспорно, мы сделаем любимый Техас. И падал, конечно, не раз. Но я не ревел, даже если спалился. Не пасть протирает Техас. И сколько я мог купил взлетки засечки, когда поступал в первый класс. Все в классе мы были, а люди опечки. Суровая школа Техас. Тебе только 10, исполнится скоро. Чикаги мой кровь и фас. Мужчина бесспорно, ты сделал любимый Техас. Тебе только 10, исполнится скоро, Чикаги мой крови и фас. Меня настоящий мужчина бесспорно, ты сделал любимый Техас.
дом. Спокойной ночи. Наш новый Oh.
самоубийца? Так холодно! Нет. Отважный Руперт! Ну, не во что? Что же? О! О, цепи! Цепи! Решено! Сегодня я пристану в образе Ионы Непогребенного! Или пожирателя трупов с Черкесского леса! Здорово я придумал, а? Стойте! Кто-то идет! Сейчас! Трепещи, несчастный, я Иона Непогребенный! Пожиратель трупа! Послушайте, дружище, я по глазам вижу, что вы старый демократ, и можно с вами договориться. Дело в том, что я хочу спать, а вы, по всей видимости, киповать. Смажьте вас, ваше железо маслом. Я как свободный гражданин свободной страны утверждаю, что все люди абсолютно равны. Каждый может делать все, что угодно душе. Может жить во дворце, а может жить в шалаше. И если вы, например, не желаете спать, Вон он.
Еще никогда, ни при жизни, ни после смерти, сэр Симон де Кендервью никого не боялся. Видно. Вот так. Во всяком случае, не плетали цель. Что?
Жалко, где не вновь обогрела пол своей призлиной кровью. Скорее не обогрела, а разбила. Кровь, бледнолицевого привидения, пожелтела от страха, потому что куроны вышли на тропу войны. Я его солянной кислотою в следующем бочу обою. Чего не излагать прошлой ночью, отстрелил кусок и волок в ботье. Жаль, что на свету их не видать, можно было бы город продать. Будет знать, как взяты разгали, будет знать, как связь вас с нами. Будет знать, как связь вас с нами. Я тебя люблю.
Да-да-да, все так и передай королеве. Папочка, смотри! И я буду рисовать твой портрет. Дональд, по-моему, я его что-то вляпался. Папочка, пятно-то зеленое. Дональд, дело в том, что оно то красное, то зеленое. Ну, теперь-то я знаю, кто стащил у меня зеленую краску. Не, это не Гринпис, это нечто другое. Джим! Папочка, ты только, пожалуйста, не поворачивайся. Сэр? Мне нужна твоя помощь. Остановись, заметьте, сэр, у меня нет с собой телефона, и поэтому мне просто разговаривать со мной по телефону. Папочка, ну ты не шевелись, еще полминутки. Джим, я не знаю, как распорядиться этим пятном. На демократии, сэр? На полу, Джим! Джим Пинкертон не подведется. Готово. Готово, папочка! Ну-ка, ну-ка. Какая красота. Что скажешь, Джим? Белая карта. Осмелюсь заметить, сэр, нет слов. Особенно лосо огурец. Это телефон! Доченька, я так подумал, может быть, тебе заняться нечем другим, например, музыкой. Впрочем, я никак не хочу ущемить твои гражданские права. Ну, если бы вы мне сразу сказали, что это телефон. Подумаешь, тоже мне знатоки искусства. А по-моему, очень даже... Значит, даже не чужой. Ван Гог тоже не был признан при жизни, между прочим. Сейчас Ван Гог вылезет. И вы здесь, сэр Симон. А ну-ка признавайтесь, зачем вы крали мою зеленую краску? Да и вообще, это ж просто смешно. Где вы видели кровь изумрудного цвета? А теперь нелегко достать настоящую кровь. А цвет, знаете ли, какой кому нравится. У Кентервилля, к примеру, кровь была голубая, да. О, какой портрет! Какой портрет? Какое поразительное сходство! Ну вот, а папа говорит, что не похоже. Папа, что американцы понимают в живописи? Я уверяю вас, это лучший портрет. Правда? Да, сам он развивается на леденящий ветру. Глаза горят, а в руке кость. Это телефон. Не говорите ерунды. Это лицо, внушающее ужас. Это портрет моего папы. Простите, мисс Виржиния. Не покидайте меня, я так одинок, так несчастен. Но что вижу я? Приветствую тебя, мой собрат, мой новый друг и товарищ по несчастью. Кому сказать, ну призрак, а вскипает живот кровь. Как
девочек, красиво. Красиво! Дух фирмы Otis. Единственный и неповторимый призрак. Остерегайтесь подделок. Ну что здесь случилось? Вы плохо себя вели. Да, при жизни я был плохим человеком, но я наказан за это ужасно. Я должен греметь цепями, стонать в замочной скважине, бродить по замку по ночам. Я обречен нести людям зло, а оно порождает ответное зло, и нет этому конца. А мне так хочется просто лечь и уснуть. Только и всего лечь и уснуть. Но это же так просто. Нужно выключить свет, улечься в постель и все уснуть. А не уснуть гораздо сложнее, особенно на уроке. Заснуть совсем не уснуть. Я не знался тысячу лет. Тысячу лет? Я так истомился душой. Бедный мой призрак, неужели вам негде лечь и уснуть? Есть, есть маленькое решение. Но это место очень далеко. И мне туда никогда, никогда не добраться. Thank you.
неопрятным старомодным привидением. В конце концов, ты должен что-то решить. В конце концов, ты должна что-то решить. Я согласна. Я согласен с тобой, дорогая. Но на полу нет пятна. И не боятся. Перенес томагавка моих предков. Скоро его сушеный скальп будет красоваться на трубе перед входом в мой вигвам. Дети, перед тем, как играть, не забудьте сделать уроки. Уроки? А наш предварительный друг сказал, когда нам надоест охотиться за привидением, то тогда мы будем играть. Когда мы будем играть в новую игру под названием «Отелло», которую придумал мистер Вильям Шекспир. Да. Кстати, а где наш чернолицый друг? Кеннеди сам никуда не давалось на жизнь. А теперь заметь, мы здесь, мы... Где вы были? Осмелюсь заметить, за углом. В церкви? И что вы там делали? Мы там обвенчались, сэр. Осмелюсь сообщить. Скоро мы приветствуем полную сквозь своего друга. Подумаешь, всего за 5 центов верная рука тоже может жениться. Значит, Вирджинии с вами не было? Почему? Потому что
Смотрите, за нашим окном наконец расцвело старое, сухое. А смели заметить, миндальное дерево.